Сильнейшим снегопадом готовится в центральной России. Их ожидают в ближайшие часы вместе с резким потеплением, которое придет на смену аномальному морозу. Смоленская, Владимирская, Брянская, Псковская, Новгородская области. Об ухудшении погоды предупредили жители Оренбуржья. Не исключено, что из-за снежных заносов придется перекрыть трассы. Штормовое предупреждение объявлено в столичном регионе. По словам синоптиков, выпадет более трети месячной нормы осадков, усилится ветер. При этом прогнозируется резкий скачок температуры с минус 20 до минус 2 градусов. В Петербурге уже метели. За обстановкой в городе на Неве следит наш корреспондент Дмитрий Витов. Он выходит на прямую связь со студией. Дим, ну я вижу, снег у вас уже идет. Как дела с ветром? Обещали сильный. Алена, ну для Петербурга переменчивая погода, конечно, не новость, но такой резкой перемены температуры, такого количества осадков давно не было. Вы видите, что здесь уже на центральных улицах скапливаются пробки, и это из-за того, что дорожная обстановка довольно сложная. Ближайшие, буквально час назад еще ничто не предвещало метель, за всю ночь не выпало ни снежинки, но как будто бы кто-то включил рубильник. В одно мгновение началась метель и пошел сильный снегопад. Температура в центре города составляет всего минус 10 градусов, но кажется гораздо холоднее. Синоптики так и пишут. По ощущению до минус 20. Это из-за высокой влажности. Она почти 80%. Снегопад, говорят синоптики, будет продолжаться в течение ближайших 2 суток и будет идти непрерывно. Толщина снежного покрова по области составит до полуметра, а в городе 20-30 сантиметров. Именно поэтому коммунальные службы, МЧС, ГИБДД просят водителей сегодня и завтра постараться не пользоваться личным транспортом, а воспользоваться общественным, потому что на дорогах гололедица и возможны снежные заносы, а пешеходам рекомендуют одеваться потеплее. И таким образом в Петербурге в ближайшие 2 суток погода только ухудшится. Скачкообразно будет меняться атмосферное давление. Ветер сменится с восточного на северный, и постоянной останется только облачность. Снегопад будет идти ближайшие 2 суток. Ветер составляет 8 метров в секунду, это почти 30 километров в час, но а будет через 2 суток почти 20 метров в секунду, это 70 километров в час. Алена. Спасибо, Дмитрий. Будь осторожны, утепляйтесь. Дмитрий Витов из Санкт-Петербурга, где уже бушуют метели.